пообещал наказать за произошедшее самого Сергея Лаврова. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни со представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны. Вот. Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США. Вначале мы когда смотрели, как этот процесс внутриполитической борьбы развивается, нам было смешно. На сегодняшний день это не просто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред. Уже трудно себе представить. Все делается это на основе разжигания антироссийских настроений. Меня, вы знаете, что удивляет? Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами. Они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые, либо они все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди. Но в любом случае это дело самих Соединенных Штатов, и мы туда вмешиваться не собирались и не будем.